Уже в ближайшую субботу Новошахтинск будет праздновать День города и День шахтера. На заседании оргкомитета по проведению праздника обсуждаются последние моменты. От концертной программы до мер безопасности. Праздники и улиц в поселках уже проходят. Считаем, что вот эта задача проведения по поселкам, это очень серьезная задача, и оставшаяся праздничные мероприятия надо провести очень достойно, и тем более у нас сейчас нет, там были срывы у нас по причине дождей, но там всего 2 дня там было, так-то в принципе все остальное проходило без срыва. Праздничных мероприятий в субботний день будет много. Каждый найдет себе занятие по интересам. К примеру, в парке «Город детства» с 10 утра можно будет принять участие в турнире по домино или посетить тематические площадки, посмотреть детскую концертную программу. Для соблюдения мер безопасности вход в парк только через металлодетекторную рамку. Пешеходными на целый день станут улицы Садовая и Советская. Мы, собственно, должны сделать прежде всего, провести антитеррористическую безопасность и провести антитеррористические мероприятия, которые позволят всем людям, которые придут на праздник в парк, они должны пройти через наши рамки. Мы должны там посмотреть, если кого-то нужно посмотреть с металлоискателями, досмотреть еще. Мы должны иметь эти рамки металлоискателей и посмотреть все эти мероприятия. Мы должны обратить на все эти сумочки. Мы должны в обязательном порядке прокрутить эти мероприятия по нашей информационной линии и сказать все средства, которые у нас происходят через наши средства информации, сказать, что нужно смотреть за всеми предметами, смотреть за всеми происходящими событиями и быть вот всегда на чеку в тех мероприятиях, которые будут проводиться в парке. Кроме программы в парке, можно будет посмотреть фильмы в детской музыкальной школе, причем бесплатно, сходить на стадион на футбольный матч женских команд Ростов-ЦСКА, в театр на спектакль «Ханума». Вечером городской парк вновь представит жителям города большую концертную программу. Все городские службы работают над тем, чтобы традиционный и всеми любимый праздник состоялся. То есть это наша задача.